А вы Руслана не видели, нет? А вы Руслана не видели? А? Нет? Здрасте, а вы Руслана не видели? Ух, кто это? Ты что здесь спишь? Какая ты красивая, блестящая, свет. Ты мне тут мозги не запудривай, вставай давай. Подожди, подожди. Руслан, ну вставай. Что ты меня пугаешь? Даже подушка упала. Чем я тебя пугаю? Чем ты меня пугаешь? С собой ты меня пугаешь. Кто поговорил, посмотри на себя. Что, посмотри на меня? А ты чувствуешь, я страшная, хочешь сказать? Ну, о вкусах не спорят, Алина. Ну ты вообще, ты поехали, объясни, поехали. Почему ты меня назвала страшной, почему ты меня испугался, я не поняла. Я тебе потом объясню, мы в Водолу опаздываем просто, понимаешь? Я тебе потом объясню. Ну что же, испортить настроение с самого начала нашего путешествия Руслану удалось. Но думаю, отыграться на нем я всегда успею. Весь день впереди. А пока наслаждаюсь дорожным полотном, которое увлекает путешественника в невероятные приключения по Осетии. Путь наш направлен в сторону Иравского района. Пересекаем один населенный пункт за другим, не переставая восхищаться видами. Эти зеленые луга на фоне величавых гор могут покорить самого искушенного путешественника. И чем дальше едешь по дорожной ленте, тем больше погружаешься в удивительную сказку под названием «Горная Дигория». Все больше и выше горы увлекают тебя от бренного мира. И так незаметно попадаешь в селение Мацута, откуда и начинается рассказ про наше село. Ну, вообще, Руслан, из-за того, что ты меня с утра обидел, я не буду с тобой больше разговаривать, будешь сам вести передачу. Единственное, что я могу сказать, что сама поездка с Владикавказа до Дигорского ущелья, она очень красива. Девушка, у меня возник вопрос. Мы знакомы с вами? Хотя ты прав, я с тобой не разговариваю. Но недолго держался Руслан. Ну, Алин, вот посмотри вот в ту даль. Это снежные вершины, леса, горы. Алин, ну так дело не пойдет. Если ты со мной будешь разговаривать, нам надо вести с тобой беседу, потому что мы снимаем программу про замечательное селение Одола. А если мы не будем разговаривать, мы ничего не расскажем. А как с тобой разговаривать, если ты с утра мне сказал, что я некрасивая? Скажи по-другому. А ну, подожди. Вот теперь ты красивая. Все, пойдем рассказывать про Одола. Дело в очках? Конечно. Я твои очки сейчас разобью. По дороге я, пользуясь случаем, провела профилактическую беседу с Русланом о том, что как бы тебе не нравилось присутствие человека, нужно соблюдать тактичность и выдержанно терпеть мое присутствие. На этом и сошлись. По дороге, чем выше мы забирались по ущелью, тем отчетливее становилось ощущение, будто время здесь остановилось, и понимаешь, что горные селения постепенно вымирают. По пути, проезжая поселки, мы людей так и не встретили. Так мы доехали до Одола. Руслан, ты мне не говорил, что здесь такой ветер будет? Ты думаешь, я разбираюсь, когда будет ветер, когда не будет? Он просто появляется, и все. Да. А это что? Где? Вон то здание. Что-то старинное. Здесь все старинное. Давай поднимемся, посмотрим. Идем. Глядя на окружающую нас картину, можно представить себе, как выглядят некоторые села в этой местности. Появляются двоякие впечатления. Здесь, среди камней, от которых так и веет стариной и человеческими судьбами, теперь можно только догадываться о прошлой жизни селения. Одола настолько маленький, что знаки, оповещающие о въезде и выезде из этого населенного пункта, находятся очень близко друг от друга. Горы над селом здесь со всех сторон. Зеленым переливом покрыты лесные склоны, а вершины гор утопают в прозрачно-голубой дымке, создавая неповторимую картину. Хоть и светит солнце, в то же время тут очень холодный ветер. Здравствуйте! Здравствуйте.
Здрасте. Гасов. Забахло. Куда это? Ничего, вот начали снимать село. Здесь тоже спуск есть, да? Вот в село туда. Так тоже можно подняться. Мало быть, можно. А это что здесь вообще, монашка, да? Это что? Ебама, асчицам. А, это ваш дом? Идем туда? Почему бы и нет? А как, вот так? Да. С другой стороны? А что машину там далеко оставили? А это не наша машина. Пешком пришли? Мы всегда пешком. Сай, ну что? Как живется? Ой, лучше всех, просто никто не завидует. А завидовать есть чему. Кругом неописуемая красота. Обратите внимание, здесь есть исторические каменные памятники, которые безмолвно напоминают, что все в этом мире не вечно. На территории Удула расположены сырты, так называют надгробные памятники с округленным верхом. Сырты символизируют переход в иной мир. Они декорированы орнаментами и изображениями, нанесенными на них как послание и связь между мирами. Иногда они содержат имена и важные краткие сведения об усопшем. Они приблизительно человеческого роста, некоторые бывают раскрашены. Цвет тоже носит смысловую нагрузку. Например, красный и оранжевый обозначают солнце, зелено-голубой цвет – это древо жизни, а надпись чаще всего бывает черной. Если честно, я не знаю, как вы здесь каждый день выходите на улицу, если такой ветер, это же невозможно. А мы тепло одеваемся. Вот и это тепло ухожу. Называется? Ну, только... я просто сейчас выглянула, а так у меня куртка теплая, одеваюсь, и вон там сижу, отдыхаю иногда. А там дальше еще остановка, и там так сильно не дует, там сижу тоже. Ну, это зимой. Вы прямо вот на стыке, вот здесь трасса и ваш дом сразу же. Да. Мне кажется, зимой здесь... Зимой что делаю? Корову подаю, там все по-домашнему, по-хозяйству. Потом телевизор смотрю, я же одна. А что вы смотрите по телевизору здесь? Осетия Рыштон, что? Осетия Рыштон смотрю. Очень-очень. Я же говорила, я позавчера смотрела вашу передачу. Вы где-то были, подожди. Если последнюю, то в... Где-то в горах. Где-то в горах. Ага. Кстати, а как вы вот с этого места добираетесь, допустим, в соседнее село? Пойдемте зайдем, холодно. Ну, а что там, где 2 километра? Там что там такого? Представьте. И туда, в Стругору, тоже 2 километра. Мы направились в дом Цопоевых, где Лена Соломоновна проживает со своим сыном. Это бывшее здание интерната, которое в былые годы стало домом для приезжих учителей, своего рода общежитием. Здесь до сих пор все условия на улице. А мы собираемся вот это закрыть. Фарва Хадзари. Вот. О, старинный камень, кладка старинная. О, это наверное, нашу школу построили в 1939 году, а это еще раньше было построено. А-а-а. Да. Ну ты определись, либо ты идешь, либо ты не идешь. 70 сантиметров стена. Какой ты? Вот я собаке Какой? Говорю. А. По моему мнению, в таком аварийном доме очень сложно жить современному человеку. Обогревают дом дровами, уборный экран на улице. Страшно представить, как усложняется жизнь зимой. Единственное, что компенсирует бытовые трудности, это обзор на величавые горы. Казалось бы, если благоустроить место для пребывания, возможно, многие бы вернулись в родительские дома, занимались бы хозяйством. Ведь отсутствие достойных условий создают препятствия для возвращения молодежи. Горные села для них остаются лишь местом для отдыха, куда приезжают на выходные провести время с друзьями. Так, с одной стороны смотрю на красивую картину гор и манящие зеленые склоны, с другой стороны огорчает реальная картина, которая здесь повсюду. Насколько же нужно любить те места, где провел свои юношеские годы, и лишать себя нормальных условий? Среди этой удручающей картины верный друг всегда рядом, в любую погоду.
Единственное, что меня порадовало, что у хозяйки есть стиральная машина, которая хоть немного облегчает жизнь в горах. Но чтобы представить себе полную картину, мы зашли внутрь дома. Мы живем. А тепло у вас? Уютно. Да. Да. Заходите, садитесь. Ой. Традиционный круглый стол. Да, я тоже смотрю. Да. Она пошла за пирогами. Сейчас я ей помогу, подожди. Сейчас. Посиди, Руслан. Посижу. Как оперативно, Руслан. Кооперативно? На Стинском таком столе. Угадай, что за канал я смотрю. Ну, Осетия и Рештун, это же логично. Мы и Осетия и Рештун. Как приятно. Ты пока этот мультики себе включи, сейчас я быстро. Слышь. Мультики включи. Лена Соломоновна родилась в селении Ханаз Иравского района. В 1970 году переехала с семьей в Дигару, где она и окончила школу, и началась другая жизнь. Я поступила в полиграфическое училище вот на Маркова 42, который там на телеграф. Я тоже его закончил. На телеграфистку. Руслан, что ты только не заканчивал? Каждую передачу задаю потом, тебе что-то новое. Потом я начала работать в телеграфе в Дигаре, поработала. И там на заочную поступила в техникум связи в Ставрополе. В 81 году я закончила техникум. Ну, работала в связи, в радиузле. Поработала и в город перешла. На заводе «Радуга». Там это молодежь. И все поступали. Я говорю, давай я тоже поступлю в университет. А я с детства хотела на Стинское это поступить. На, и это самое. Филология. Да. Ирона Хургана, чтобы мы фандедиты. Но для меня это казалось вот самое вот университет, вот Махужет Томцкушинц. Вот. Я поступила в университет на подготовительное отделение. Ну, сразу с подготовительного уже на первый курс нас перевели. И где-то второй курс закончила. Я перевелась на заочное отделение. И я сюда приехала работать в 89 году. Вы замуж сюда вышли? Да, я в Стурдигару замуж. В каком году? В Стурдигару? О, ну, оттуда мы сюда переехали, перешли. Этот, в каком? В 90-м году, 15 сентября было. А и... значит, все-таки вы в Стурдигаре пожили, потом обратно вернулись? Ну, три года там, потом Райвурштойнак, твои вот по-остински. Такой... Ну как, ну, там подожди, еще много невест было. Там а вам вились... пора переезжать в Водолу, да, И вы в Удула в каком году тогда официально? С 93-го года я в Удула живу. В 1989 году Лена Соломоновна начала работать в школе учителем осетинского языка и отработала там 30 лет. Но потом случился переломный момент для коллектива школы. В 19 году, 3 сентября, к нам приехали с министерства и закрыли. Вот сидели на уроке и нашу школу закрыли. Во время урока? Да. Скажите, вот когда в этом году, сколько у вас там учеников было? А когда закрыли? Да. Это местная одна и двое приезжих со Змейского. А вы именно? С тех пор селение пошло на убыль, и теперь вряд ли наберется хотя бы 5 жителей.
Село превращается в огромный музей у современной дороги с иногда забредшими сюда туристами. Сегодня в Удула, расположенном на высоте 1700 метров над уровнем моря, всего два жилых дома, где постоянно проживают Лена Соломоновна и ее сын. Получается, собеседниками могут быть только местная живность и туристы. Кстати, в беседе мы узнали, что Лена Соломоновна во время учебы на заочном отделении филологического факультета устроилась на работу во Владикавказскую научную библиотеку. Там год поработала в научной библиотеке. Крывицкий отдел, Остинский библиотека, или что? Интересно. Крывицком отделе. И там я копалась все время в книгах, там то, что мне нужно было для учебы, там и туда же студенты-стеноведы приходили, студентки Мацаю, просили какую-то книгу, я им раз и принесу, раз и принесу. А вы вот если в научной библиотеке работали, там есть какая-то информация про село Удула? Нет, я искала так. И никогда ничего не нашла. А вот расскажите, вот когда вы сюда приехали, какая здесь жизнь была? Здесь было много домов, где жили, да? Ну да, я помню. Сколько дворов приблизительно было? Так, Хамицата, Габита, Губита, Малита, Нафита, Инна Нафита, Инна Малита. Ходи-то. 10 домов. 10 домов. Так, 10 домов. И они все были, я застал еще стариков. Мы воду носили вон сверху, вот где газель видели, вот там, вот оттуда я таскала воду. А потом еще мы это самое на ишаке таскали вон из этого, вот где мост вы проехали, оттуда тоже на ишаке флягами таскали воду. Кстати, видимо, из-за тяжелых условий отсутствия воды в былые времена, нынче на проезжей дороге у самого дома Лена Соломоновна расположила импровизированную поилку для скота. Живность в жаркую погоду может утолить жажду. Эти шланги пропускают сюда горную чистую воду. Вот такая вот забота от Лены. Было такое время, что вы даже зимой одна оставались на все селение, да? Да, вот эту зиму я одна оставалась, одна. Зимовала. Полностью зима. Ну как, с младшим сыном, а что сын, он поздно ночью придет, здравствуй, и ложится спать. А я одна целыми днями. И чем вы себя отвлекаете? Чем? Телевизор, телефон. Потом еще хожу вон по дороге, там 2 километра сделаю, ходи. Фигура побежит. Ну это правильно, что вы здоровый образ жизни ведете. Когда мне все это надоедает, иногда в город на одну неделю, но там тоже скучно. Общение нужно, а то это без общения человек одичает. А так? Угу. Ой, не знаю. Вы вообще героиня, если честно. Ну, в таких условиях жить. Ну да. Я привыкла, понимаешь? А музыку слушаете? Ну, музыку, да. Я вот героические песни люблю. Остинские героические песни у меня есть в телефоне, вот на флешке есть. А скажите, какие вот я вижу, у вас здесь, ну, как бы, даже условий особых нет, потому что у вас даже уборные на улице находятся. Ну, здесь у всех уборные на улице. Да. Ну, некоторые... А вода есть у вас, газа нет, да? Нету газа, баллон. Баллонами, да? Да. А зимой вот в этих условиях, это, ну, холодно здесь бывает, да? Нет, у меня печку топлю. У вас остинская печка есть, вот. Я видела, да. Топим печку. Так кран вам каждый раз на улице приходится? Да, на улице. То есть вы, когда купаться идете, вы греете воду? Да. Стиральное я заношу. Вот здесь стоит зимой стиральное, чтобы не замерзали эти шланги. Ну, хорошо, у вас хоть стиральная машина есть здесь. Ну, конечно, современный век. А скажите, вот, ну, как бы, все-таки иногда бывает, здоровье подводит. Вот вам надо обратиться к врачу. А что у нас вы делаете? Есть хороший фельдшер. Очень. Где, здесь, в селе? В Сурдигоре. Я хожу туда, иногда мне капельницы ставят, иногда уколы. Курс лечения я здесь прохожу. Ну, на дом они приезжают к вам, да? Нет, я сама хожу, или этот сын подвозит. Конечно, теперь в этих селах жизнь угасает, и по большей части строение уже в развалинах. Действительно, время застывает в камне. Местная деревенская архитектура весьма колоритна, может, поэтому наша героиня до сих пор здесь. Или по другой причине. Вот скажите, что вас здесь держит? Вот что меня держит? У вас же есть возможность переехать, допустим, в город, нормальные есть, условия, есть, да, но вы остаетесь здесь даже зимой. В
трудных условиях. Понимаешь, у меня младший сын. Но он здесь работает, понимаешь? Здесь и хозяйство есть у нас, и корова есть там. За ним надо тоже посмотреть. Uh-huh. Если я, и он уедет, я уеду, кто за это, за скотиной будет смотреть? Кто чай будет делать? А вы знаете, вот если вы уже переедете, считай, что село вымрет. Ну, не знаю. Ну, а вот, во всяком случае, Урзмаг останется здесь. Нет, ну это же серьезная проблема. Вот ну, вас... конечно, серьезная. Вот таким образом села, и они исчезают. Исчезли. Вон, посмотрите, если в Ханазе были, там ничего, кроме этих развалин уже ничего нет. Вот благодаря вам и вот вашей соседке здесь еще все-таки... Да. Можно назвать на карте, что есть село Одола. Да, есть. Лена Соломоновна – женщина с нелегкой судьбой, которая 29 лет назад осталась вдовой, и с тех пор все тяготы жизни легли на ее плечи. Но горская женщина не отчаивается и продолжает жить с улыбкой на лице. Вот скажите, у вас есть, ну, как бы много свободного времени, да? Вот, да. Да. А что вы мечтаете? Ну, вот вы сидите, наверное, о чем-то мечтаете. Я мечтаю, чтобы у нас маленькие детки здесь бегали, внуки, чтобы появились. Больше ни о чем не мечтаю. Говорят, мечты сбываются, и, может, в недалеком будущем ее сыновья подарят ей ощущение счастья в лице внуков, и дом наполнится детским смехом. А пока приходится только мечтать. Вот у вас здесь, в селе, есть еще учительница, да? Она да, где-то недалеко живет. Да, она директор нашей школы, русовед. Как ее зовут? Алла Георгиевна Малиева. Малиева. Да. Получается, вы две жительницы села? Ну, она тоже недавно приехала, да. Угу. Сейчас две. Ну, хоть соседка у вас есть. Я ее не вижу. Да, даже тогда, получается, вы в гости не ходите друг к другу, да? Она, я ленюсь, она ленится спускаться. Да вы что, у вас здесь только две женщины, вы друг другу ленитесь. В общем, пообедаем сейчас. Так. А потом мы вместе в село пойдем, посмотрим, расскажем. У Лены Соломоновны как раз появилась возможность пообщаться со своей соседкой благодаря нам, как бы это несуразно ни звучало. Но перед выходом нам не разрешили покинуть дом, пока мы не подкрепимся. А дальше планируем знакомство с окрестностями села и заодно познакомимся с Аллой Георгиевной из заброшенной школы. Амин. Амин. Подкрепившись, мы вышли навстречу ветру, так сказать. Особо не разгуляешься в этих окрестностях в такую погоду. По дороге в школу Лена рассказала, что чуть выше стоит башня на три фамилии – Батыровых, Темировых, Будаевых, а не Рвадлта. Но мы решили пойти в сторону школы. Вот так пройдемте. А вот здесь надгробные плиты стоят. Что это? Вот. По всему селению. Что это значит? Ну, это старые памятники, наверное, когда-то кто-то погиб, ага. И потом посвятили вот эти памятники. А он здесь не захоронен, да? Нет, здесь никто не захоронен. Памятник. Просто памятники поставили. Куда идти? Вот так. Красивые цветочки. Чё? Цветочки у вас красивые. Вот первоцвет. Который? Первоцвет? Мы на первоцвет хойного. Вообще здесь много цветов? Пока вот это. Да? Тут даже не полюбуешься цветами, потому что такой ветер дует, что мне хочется побыстрее пойти. В тепло. Да. Летом бывает. А летом тоже так дует? Все время. Угу. Раньше это самое. Раньше было до 4 дует, потом перестает. А теперь всю ночь. Ву-ву-ву-ву. Школа стоит на пригорке, перед ней обширная зеленая лужайка. С этого места виден соседний поселок Стурдигора. Сложилось так, что бывшая малоформатная школа, к которой мы идем, так и называлась Стурдигорской, хотя она и расположена в Одола. Прочные стены здания до сих пор стоят посреди этой красоты и ждут своего часа. Вот это наша школа,
Вот здесь раньше до меня, да, моторное было, пока здесь свет не сделали, не пропустили. Ну, мотор работал, и электричество было в школе. А вырабатывали? Вот, да. Наверное, на солярке вот здесь. Потом уже, когда провели свет, электричество, тогда убрали это. Вот это наша школа, заходим во двор. Раньше было очень много детей. Мы 1 сентября вот здесь отмечали, первый это ваша звонок. Площадь была, да? Потом последний звонок. Угу. Даже у нас в зале до сих пор написаны «До свидания, школа». Да? Да. Как будто эти слова были написаны на прощание и остались как напоминание о былой жизни школы. Это одноэтажное здание с очень высокими потолками было построено в далеком 1939 году. С тех пор ремонт не проводился. Школа построена не из кирпича, а из местного камня. Поэтому летом внутри бывало прохладно, а зимой холодно, рассказывает Лена Соломоновна. Спортивная площадка была у вас? Да, футбольная площадка, здесь ворота были. Там волейбольная площадка, играли. Даже учителя допоздна играли, пока не стемнело. Серьезно? Да. Ну, здесь, вот... здесь недавно фильм снимали. Вот скоро выйдет. Уже вышло. Вышло, да? Да. Вот комменты школа. Да. Нашу школу сняли и вот это комменты написали. Ну, да, повесили. Это для фильма. А здесь территория хорошая, да? Вот такая просторная. Да, здесь сено косят. А территория не только просторная, можно сказать, умопомрачительная. Лично я стояла и восхищалась видом перед моими глазами. Мне кажется, если бы я здесь училась, я бы, наверное, после уроков оставалась бы, выходила бы, читала бы здесь, потому что такой вид открывается, у меня просто слов нет. Вы как-то на возвышенности, красота, ой, боже, какая. Как это у красиво. У нас был один ученик, он рисовал. Так, вот. Очень, так хорошо рисовал даже. Ему мы этот альбом сделали, его рисунка. Вот в школу. Да. Скажите, вот какое-нибудь такое приятное воспоминание вот со времен школы, когда вы работали? Вот самое приятное. Самое? С удовольствием, что вы вспоминаете. У меня был один класс очень хороший. А ну скажите. Вот Суслан Кудзасов, твой сосед, который... Вот очень хороший класс. Одни мальчики, одна девочка была. Вот эта девочка по субботам не приходила в школу. Так надо было убираться в классе. А, из-за этого не приходила? Да. И я убирала. Вот. Но очень хорошие были. Хорошая девочка воспитанная. Да, хорошая девочка была. Между прочим, училась хорошо, училась. Она хотела руководить, наверное. У нас были очень хорошие ученики. Даже вот когда стали это самое, самые высокие баллы у наших учеников были. Правда? Да. Потому что у нас это как репетиторы мы с ними работали. Конечно, у вас на одного учителя только по два ученика где-то было, да? По два, по три? На одного ученика все предметные учителя бывали. Ну вот, везет таким ученикам, знаете. Согласитесь, с какой любовью Лена Соломоновна вспоминает своих учеников. Но, как показывает нынешняя ситуация, населенный пункт без школы попросту не имеет будущего, и поэтому остаются только теплые воспоминания людей, проживающих в сложных условиях горных районов. Так, мы можем зайти вовнутрь посмотреть? Да, давай посмотрим. Пойдемте. Внутри, как у нас школа, какая была. Ой, как жалко бывает. Эта собака все время сопровождает вас. Это вообще... Да, заходите. Вот это наша учительская. До сих пор сохранились наши тетрадки, наши фотографии. Вот Хитогуров наш. Ой, куста. Собака, дай прийти. Да. Наш коллектив здесь сидел все время. Мы обсуждали наши уроки, как проводились. Вот мое место здесь просидел все 30 лет. Это вы последний раз когда здесь сидели? Сколько лет назад? В 19-м году. В 19-м году. Да? Мои тетрадки еще там сохранились. А ваша школа отапливалась вот этой печкой, да? Или только учительская? Не, у нас же батареи были. Это не работало? А эта печка еще работает, остальные нет. Газового отопления не было. Обогревать можно было только электропечками. Правда, наличие дровяных печей с дымоходами не спасало ситуацию.
Ими по правилам пожарной безопасности пользоваться было запрещено, а электрических мощностей не хватало, чтобы создать комфортную температуру. Нагреть помещение мешали не только каменные стены, но и высокие потолки, ведь теплый воздух сразу поднимался вверх. Кто нарисовал эти замечательные картины у вас по всей? Туриев Константин, он раньше киноактером был, в Сухой горе работает. Константин, какой талантливый человек. Кошта, да, наш. Вы же снимали? Да. В Сухой горе. Ему, кстати, будет приятно свои картины здесь увидеть. Да. Ага. Так что, Константин, твои картины живут и радуют людей. Вот. Пройдемте так в другие помещения, да? Пошли. Малыш. Это кабинет директора. Часто вызывали сюда? Нет, она с нами там сидела. Директор тоже из этого селения? Вот это, сейчас, с которой Малиева, мы... Малиева, да. Он, да. Вот с ней встретимся. Ага. Сколько вот здесь наш... у вас вообще кабинетов было приблизительно? Чтобы мы сейчас не пошли считать. Ага, про себя считаете. 7, 8 кабинетов. Да. Вот здесь физкабинет был. Ну, здание такое прочное, основательное. Да. Это физзал был у нас, вот последний звонок, когда у нас было. Ну, как актовый зал, да? Ну, физкультуру тоже проводили здесь. Ага. Да. Лена Соломоновна рассказывает, что был класс информатики, где на каждого ученика приходился собственный компьютер. Оргтехники у нас очень много было. То есть вы полностью оснащены были? Да, у нас интернет был. Эти тоже у нас были интерактивные доски, да, тоже. Очень вы скучаете по этим временам? Конечно, я сюда прихожу, сидим мы с директором на скамейке. Да? Да, конечно, скучно, без работы. И грустно смотреть. Конечно, ну видишь, во что превратили. Как жаль. Жалко, да. Но самая страшная картина нам открылась в библиотеке. Такое мы точно не ожидали увидеть. Библиотека. Вот наша библиотека тоже. Угу. Можно привыкнуть к трудностям и холодам в горах, так как здесь климат не так, как на равнине. Но нельзя привыкнуть к такому. Библиотека стала кладбищем для книг. В дождливую погоду крыша пропускает воду, и книги гниют от влажности, утопают в пыли и просто теряют свою пригодность. А ведь многие районные библиотеки были бы рады такому пополнению. Ведь литература здесь разнообразна, начиная с учебников и заканчивая научной литературой. Если бы наши писатели и ученые, чьи труды сейчас валяются, знали, что когда-то произойдет такое неуважение к их знаниям, отказались бы творить. А мы, в свою очередь, надеемся, что ведомственное руководство примет меры по устранению данной ситуации. Дальше Лена Соломоновна обещала нас познакомить со своей единственной соседкой и бывшим директором школы. Дорога вела вверх, но сильный ветер нам мешал даже беседовать. Но и в этом мы нашли пользу. Решили немного побегать, чтобы согреться. Хотя со стороны даже собака удивилась нашему поведению. Здесь, смотри, Руслан, здесь такие же булыжники, как вот в соседнем селении Моска. Там в домах, около домов тоже такие огромные. Ну, соседи сами принесли, жители. Перекатили. Вам звонят. Ищут. Мароня, когда, потом поразвоню. Вам сейчас некогда, да? Вы знаете, вот между прочим, вот сколько мы с вами сейчас находимся, вам уже столько человек позвонило, вы популярная. Мы на наших актодзурнц. Вопросы решаете, да? Вам не скучно. А вообще обычно по какому поводу вам звонят? Вот. Погодочи куда? Серьезно? Вот а куда это? Между как прочим, там? Я сегодня с утра вам тоже звонила. Даже не спрашивала, какая погода. Здесь погода. Погоду. Первое она спросила, как там погода. У вас там еще снег есть? Да. Ужас, я уже не могу тебя заметить. А я привык, ты знаешь, Алина? Нет, я не могу привыкнуть. Ой, меня сейчас несет. Вот, думаю, ну, это дурец, павар.
По дороге мы видим дома без хозяев, какие-то заброшенные постройки, уютные улочки без людей, милые домики, и лишь один ветер здесь хозяйничает. Буквально через 10 минут мы оказались у дома Малиевых. Сейчас как раз мы поднимаемся к вашей соседке, к которой вы редко ходите, да? Да. Сейчас благодаря нам вы с ней встретитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, привели вам вашу соседку. Ждали? Здравствуйте, меня зовут Алина. Очень приятно. Руслан. Я знаю вас. Лена. Да. Ой, главное, приятно. Вы знакомы. Спасибо, спасибо. Мы сейчас как раз были у вас там в школе, посмотрели. Я говорю, какое здание у вас там пропадает. Ну, такое добротное. Очень обидно, смотришь, конечно. Боль какая-то. Жалко. Представляешь, очень. Сколько там детей было, взрослых. А мне что учителей? Делать? Я постоянно отсюда смотрю. И училась, и работала там. И как мы как раз и говорим о том, что очень грустно, что такие села, они исчезают, мало людей остается. И мы не знаем, как это возродить, потому что, во-первых, здесь нет условий таких, да, детей нет, все поразъехались, и очень плачевное состояние. Вот если еще вы, ну, как бы, переедете, я не знаю, то что с селом станет? На грани переезд. Сын, мы с ним одни остались. Он... зайдет в комнату, то выйдет во двор, то зайдет, то выйдет, то зайдет, то выйдет. Просто себя некуда деть, особенно если дожди идут. Конечно, сложно приходится молодому поколению здесь, где даже пообщаться с соседями нет возможности. И Алле Георгиевне тоже остается только вспоминать годы работы в школе, своих учеников и наблюдать с высоты своего дома школу, где прошли лучшие годы. Привет всем выпускникам нашей школы. Желаем вам с Леной Соломоновной здоровья, успехов. Я знаю, что где бы вы ни были, везде вы пользуетесь авторитетом, поднимаете авторитет Стругогорской школы, и мне это очень приятно. Будьте здоровы! Я думаю, многим вашим ученикам сейчас будет приятно получить от вас приветственное слово. И почаще приезжайте. Навещайте. Ну, они по выходным приезжают. Да. Ну, за это отдельное спасибо. И вам тоже. Да. Спасибо большое. Да. Хорошая у нас молодежь. Прощаясь с Удула, хочется пожелать оставшимся жителям сил и терпения выживать в суровых условиях современного столетия. Одной пенсии старших недостаточно, чтобы восстанавливать дома, вести хозяйство и находить прекрасное среди бытовой разрухи. Богатые природные ландшафты прекрасны для всех приезжих, которые мимолетом здесь, а те, кто вынужден жить без газа, необходимых бытовых условий внутри дома, их можно понять только переехав сюда на постоянное место жительства. Наши вымирающие горные селения нуждаются в особом внимании со стороны руководства, и тогда, возможно, младшее поколение найдет возможность не умереть домам предков и оставить на карте название селения Удула. Оставив позади грустную ноту, мы направились по маршруту, который привлекает многих туристов. И это уже другие эмоции, за которыми приезжают со всей страны люди, ищущие себе приключений. И, конечно же, нам сразу повезло, перед нами предстали прекрасные создания. Хорошее начало похода к водопаду, и этот маршрут осилит даже ребенок. Алин, Руслан, я подожди. Знаю, что ты меня хочешь расстроить и повезти на водопад, но ты знаешь, что я сегодня не расстроен. Я мечтаю пойти на этот водопад, потому что до него не так далеко идти, как до других водопадов. Я сейчас не поняла, откуда ты знаешь, что я тебя хотел повезти на водопад? Я прочитал. Водопад Байрай. Байради. Байради. Ну ладно, раз ты готов, я даже рада, что ты с таким настроем поднимаешься. Ну, это недолгое время занимает. Да? Ты так несешься? Меня тянет к нему. Водопад. Конечно, тянет, ведь магический каскад завораживает даже издалека. Кстати, Руслан, ты знаешь, что это популярное направление среди туристов? Знаешь почему? Потому что здесь по времени занимает недолго подъем, и как бы быстро можно попасть к водопаду. О, хорошая реклама. Да. Водопаду.
Этот водопад считается одним из красивейших природных достопримечательностей Национального парка Алания. С осетинского переводится как «радующий», но есть и второе название – «Хуракомидон», в переводе с дегорского диалекта «хура камне, ком ущелье». А еще в народе называют его просто «шумный». Ой, а вот и первые туристы, которых Руслан не отпустил без беседы. Да? Откуда вы приехали? Мы из Тулы. Из Тулы? Да. Руслан так удивился, как будто не общался недавно с туристами из Индии. Ладно, продолжай удивляться нашим героям. Откуда вы узнали о существовании этого водопада? Существование водопада мы узнали. Мы прокладывали себе маршрут сами, то есть через интернет, по описаниям других ранее путешествующих людей. И подумали, что нам тоже сюда надо приехать, обязательно посмотреть. Это первый водопад, который вы посетили? Нет, не первый. Это уже, наверное, какой получается? Третий водопад. Первый был водопад «Кольцо». Так. Сейчас были три сестры, мы туда поднимались. И вот сейчас... За один день? Нет, за два дня. Два водопада сегодня и один вчера. А почему у прекрасной маленькой девочки грустный взгляд? Она немножечко смущается. Устала, не устала, да? Может, ей не нравятся эти водопады. Нет, ей очень нравится. Тебе нравится, скажи. Она сейчас была в восторге. Она хотела искупаться в горной речке. Оказалось, прохладно. Да, это летом надо приезжать. Да, когда станет еще жарче, вот тогда можно будет купаться. Да. А какие у вас ближайшие планы тогда еще? Куда вы собираетесь поехать? Ну, наверное, Цей у нас остался. Так мы уже были... Ну, из тех маршрутов, что мы себе запланировали везде, мы в Фиакдон были, мы были вчера, поднимались на лавочку «Счастье». Это где «Счастье» не в горах, не за горами, а в горах. Но, правда? Очередь. Тропинка, очень скользкая. Тропинка очень скользкая. Тяжело, да. Туда-то мы поднялись, частично на машине, частично пешком. Поэтому. А так мы были, что у нас, Фиакдон, Дарглас, монастырь мы ездили. А что больше всего вам понравилось? Вот, что вы запомнили? Наверное, вот вчерашний наш подъем, который мы были на лавочку «Счастья», вот этот. Потому что он чуть-чуть был экстремальным? Да, потому что он был несколько экстремальный, да. У нас там было несколько разъездов с машинами, с другими, то есть, ну, вообще так было. Потом вот этот подъем пешком, он вроде бы был всего ничего, несколько метров, но так... А вообще вы в Северной Осетии первый раз? Первый раз. Планируете еще раз приехать? Обязательно, обязательно. Приятно очень. Ну, очень красиво. Сейчас мы остановились во Владикавказе, а в следующий раз мы планируем где-нибудь вот... В этих окрестностях, да? Да, где-нибудь здесь остановиться. Ну, благо у нас просторы позволяют, конечно. Просторы, да. Так что мы вам желаем приятного отдыха. Спасибо. И рады, что к нам идут такие прекрасные люди. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. До свидания. Какие приятные гости! Они посмотрели водопад, теперь очередь наших зрителей. Кстати, водопадный ручей Хуракомидона – это левый приток реки Харесидона. Ой, какое созвучие! Так, поднимаясь по экологической тропе, можно пополнять свои легкие чистейшим горным воздухом, любоваться деревьями и слушать шум водопада, который вот-вот откроется нашему взору. Ну, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. На бодряке так? Встречаем хороших людей, да, приятно же? Конечно. Конечно, приятно. Нам всегда хорошие люди встречаются. А вот здесь развилка. Это как в русских сказках. Налево пойдешь, направо... Там скамейка. Пойдем чуть-чуть посмотрим. Там девушка. Так, я первый. Подсяду. Здравствуйте. Девушка. Я не девушка. А кто вы? Я рокер. Ой, извините. Алина, неудобно как получилось. Эти рокеры, фиг поймешь. Уж как неудобно-то. Что это было? Мозг Руслана на время сломался, и мир вокруг него словно потемнел. Алина, вот бывают случаи, да? Наверное, это возрастное. Я уже раньше понимал, девушка так девушка, а сейчас даже не поймешь, мужик. Как-то неловко что получилось. Что за время-то? Пришлось снова провести с ним беседу, дабы успокоить его. Благо, есть время снова перестроиться на положительный лад. Поднимаясь выше, все отчетливее слышен шум водопада, оправдывая свое народное название. Местами нам попадались живописные участки русла ручья, проточенного водой в гранитах.
Местами видны небольшие каскады и желоба, отполированные водой и песком скалы. Они как небольшие котлы вымывания. Дойдя до небольшой смотровой, оглянувшись вокруг, открывается вид на главный Кавказский хребет. Эх, Алина, знала бы ты, что бы сейчас спел Олег Таисаев, глядя на эту красоту. Почти догадываюсь. Эронин царай, найрестон. Ты знаешь, ты не золотой голос Осетии, у него лучше получается. Спасибо, что ты это отметила. И вновь мир для Руслана стал темным от сказанного мной. Да что же это такое? Хотя в такой цветовой гамме все равно мир красив. Наша дорога не может быть другой, ведь сама тропа серпантином идет через смешанный и сосновый лес, поэтому скучно не будет. Руслан, да. Так нравится, уже видно водопад, смотри. Да, даже его языки видно. Да. Высота падения водопада около 20 метров, а ширина падающей струи при максимальном стоке до 8 метров. Говорят, зимой он замерзает с образованием красивой наледи. Но для этого нужно зимой приехать, чтобы в этом убедиться. Еще чуть-чуть, и мы у подножия природной достопримечательности. Уже до нас долетают капли водопада, и ты чувствуешь всю свежесть природы на себе. Здесь бы не помешал дождевик. Конечно, можно наслаждаться видом издалека, но самые невероятные впечатления получаешь именно стоя у водопада, когда ты мокнешь от брызг. Но это никак не портит полученные эмоции. Вы только посмотрите на этот каскад. Здесь время замедляется, и человек хочет уловить взглядом каждый миг. Смотрите, наше путешествие по Осетии. Приезжайте к нам. Конечно, приезжайте, ведь каждый из любителей путешествовать найдет себе по вкусу любой сложности маршруты, начиная с пеших походов, конных прогулок, полетов на парапланах, рафтинге, даже спуска в недра земли к летучим мышам. Осетия разнообразна и покоряет с первых минут. Пишем. Так, заходите. Нет, не пишем. Мне зарядка села. А этот всегда долго звук настраивает. Я вот так сниму. Алин, какая-то мистика. Мы сейчас сидим на скамейке в горах перед водопадом. Двое ведущих, два оператора, звукорежиссер. А кто нас снимает? Может, побежим? Как это понимать? Я сюда сказала вам не садиться фотографироваться, а работать надо. Пойдемте. То один Руслан лежит, то оператор. Что вы лежите все время? Проблемы у них все время. Теперь этот сел. Ну, идите работать. Ты иди сюда. И ты пойдемте быстро.